Итак, дорогие мои, как я и обещала, распаковка. Получила я сразу две посылки, вот одна и вторая. Ну, начнем, которая поменьше. Сейчас откроем и посмотрим. Я приблизительно знаю, что должно быть, но мне просто интересно, все ли дошло. Так, о, немножко помятая коробочка. Это пришла щетка для нашей Деви. Вот к ней кабель. Это мы все с вами попробуем. Ну, наверное, уже в другом видео попробуем, как она работает. Так что единственное, что все, конечно, раскурочено. Ну, я надеюсь, что она должна работать. Включу, попробуем. Так что это первое, что пришло. Второе. Пришли очки. Не судите меня строго, что я опять заказала очки. Но если вы будете знать, сколько они стоят, то вы, наверное, очень удивитесь. Вот такие очки. Прекрасно сели, могу сказать. Ну, это очки пришли без коробочки, без ничего. То есть, ну, футляра нет. А только вот такие, такие вот ушки золотистые. Ну, неплохая такая форма. Во всяком случае, их можно будет и зимой одевать, когда яркое солнце. Неплохие очки. Стоимость у этих очков 58 гривен. И я заказала еще одни очки. Знаете, как жадность фрай разгубила. Вот, тоже цена была, ну, что-то в районе 100 гривен. Чуть-чуть дороже были вот эти очки. Но они почти одинаковые. Одни поменьше, одни побольше. Но вообще-то я заказывала, чтобы были здесь такие, как тигровые, но пришли такие. И вот такие вот. Так что вот, как Славик говорит, можно заказывать каждый день. Ну, такие вот две пары очков. Вы же знаете, как я люблю усаживаться на очки. Ну, вот такие вот очки. Или эти 58, а те чуть дороже. Ну, в общем, короче говоря, где-то за 150 гривен, если не за 140, я купила две пары очков. Так, это у нас первая посылочка. Дальше. Они пришли в таких коробочках. В обычных. Ну, во всяком случае, пришли целые, не побитые, ничего. И следующая посылка. Я, конечно, ее очень ждала. Если только здесь лежит то, что я ждала, то это просто будет отлично. Да, я уже вижу. Я уже вижу то, что я заказывала и то, что я ждала. Так. А, тут не одна, тут что-то еще. Я думала, тут одна. Значит, ага, ну начнем с меньшего. Я заказала тоже что-то совсем за даром. Такие вот резинки, по-моему, за 60 гривен. Вот, набор вот таких вот резиночек для волос. Сейчас мы их откроем. Светленькие и темненькие. Я недавно, вот у меня когда волосы были длинные, покупала за 80 гривен одну. А здесь вот целый набор. Вот целый набор. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот. В общем, вот так вот. Ой. Вот такие вот темные и такие же светлые. Вот все эти 10 штук за 60 гривен. Ну, в общем, куда еще дешевле, как говорится. А резинки никогда не помешают. Тоже вот такая вот. Ну, то же самое, только в светлом цвете. Хорошие резиночки. Так, дальше. Угу. Сейчас посмотрим. Я тут заказывала. Ага, вот такие вот щипцы. Такие вот щипцы. Такие вот щипцы для ногтей, для педикюрчика.
такие вот щипчики заказывала. Ну и самое главное, то, что я ждала, не могла... Нет, еще не все. Слушайте, какая огромная посылка. Так. Ага. Да, это я уже и забыла за них. Это я заказывала тоже щипчики, которыми вырезать вросший ноготочек. Они немножечко такие вот под углом. Вот, если видно. Это если вросший ноготочек, то вот такими щипцами удобно вырезать. Ну, по цене не могу сейчас сказать, но что-то тоже... По-моему, те большие были в районе что-то 2 доллара, а эти, по-моему, около 2. Ну, что-то такое. Уже не помню. Так, и наконец-то мы дошли до того, что я ждала, не дождалась. Да-да-да-да. Ой, ребята, знаете, когда хочется, хуже, чем болит. Вот я увидела, искала, смотрела, и попалась мне, там еще скидка была у меня хорошая, и попалась мне вот такой вот набор спиц. Вот такой вот чехольчик. Открываем. Вот такие вот спицы. Ну, друзья, что вам сказать? Я... Рада до беспамятства. Вот такая вот прелесть пришла. Но знаете, что я не вижу? Я... Ага, все, вижу уже. Значит, здесь идут вот такие заглушечки. Вот. Коннекторы, которые соединяют. И вот такая вот леска. Вот такая вот леска. Ну, я сейчас просто вот вам показываю, как оно есть. Я когда все это соберу, разберу, начну вязать. Тем более, что я их ждала, потому что у меня лежит новый проект. И я уже думаю, дождусь спицы. И уже начну новый проект на новых спицах. И опробую как раз спицы, как это и что это. И начну, и тогда, в общем, буду начинать этот проект. Пока вот дождалась. Кстати, пришел очень быстро этот наборчик. Недолго ждала. Вот у меня один заказ идет очень долго. Причем заказ смешной. Стоит... по-моему, 60 центов, то есть совсем очень недорого. На палец счетчик, когда считаешь, когда вяжешь эти ряды считать. И вот он у меня, я его заказала, наверное, месяц назад, и он у меня должен прийти аж в октябре месяце. Представляете, очень долго идет, почему, не знаю. Вот этот наборчик, он у меня шел 2 недели. Ну, не угадаешь. В общем-то, вот такой вот у меня распаковочка. Что ты пофтики дерешь, подружка? Тебе смотри, какая щетка пришла. Вот такая у меня распаковочка. Такой у меня сегодня был насыщенный день. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что пишете комментарии. Огромное всем спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь. Жду от вас обратной связи. Всем хорошей ночи, спокойных денечков, хорошего настроения. Всем пока-пока!